это первый промоушен Александра Шлеменко на G-Drive-арене. Уверен, что сегодня будет незабываемое мероприятие, шоу, и все бойцы покажут свои самые сильные стороны, сильные бойцовские качества. Хочу поблагодарить Александра Шлеменко, компанию «Газпромнефть», лично Александра Валерьевича Дюкова, руководителя компании, за то внимание, которое уделяют спорту в Омске и в нашем регионе в целом. У меня и 80-й бой, но я не помню такого напряжения в своей жизни. Я еле пережил его, я вам честно хочу сказать. Я не спал, я не знаю, что со мной. Я очень рад, что так все получилось. Легко для меня. Сильнейший настрой на этот поединок, так как это был реванш. Я сделал работу над ошибками с предыдущего боя. Я начал тренировать свою базу. То, что отошел хорошо забытое, вернулось опять на свои круги. И дальше я буду демонстрировать это в следующих боях, также красочно проводить их и выигрывать, стараться досрочно. План у меня был не бороться, я хотел начать со стойки. Соперник сам начал бороться, на удивление. Он был ударником, начал бороться, я принял его решение. Провалил соперника, он закрыл гард, я обошел гард, законтролировал, помучил его. Тем самым я знаю, что он сейчас будет, ему одно спасение – это отдать мне спину или оставаться в той же позиции. Он отдал мне спину, я просчитал, воспользовался этим. Я уже морально был готов, что будет такая подача, что зал будет поддерживать. Я как-то, да, настроился. Я решил сделать то, что работает, да. Не стал выдумывать стойки, что-то там тянуть время. То, что у меня в крови, да, я перевел, и задача была закончить досрочно. Потому что сам не был уверен, да, что я до конца смогу, опять-таки, из-за перерыва в тренировочном процессе. В общем, я доволен.